Всем привет! Меня зовут Яков, и сегодня я вам покажу два приспособления, которые используют незрячие и слабовидящие люди в быту. Вот это у нас таблица, с помощью которой я могу изучить английский язык. И изучаю. Могу зачитать слова, как, что, для того, чтобы вы поняли, как мы читаем. Напечатано на брайлевском шрифте. Так, questions, affirmations, negation. И в углу написан номер страницы. Вот это у нас часы, сделанные под заказ. Так как техникум и общество слепых такие услуги и такие подобные часы не предоставляет. Вот здесь у нас под крышкой находится, можно прощупать с помощью вот этих гвоздиков. Самое главное, стараться не трогать секундную стрелку. 12. Находится на 12 регулировочный рычажок. 9, 6, 3. 6 цифр не обозначено, так как есть ключик, куда вставляется гнездо для ключика. Заводятся они раз в 8 дней, но я их завожу раз в 7 дней, чтобы один день был всегда в запасе. Так она вставляется, так она закрывается. Люблю вот такие часы из-за того, что не надо ставить батарейки. Для незрячих это будет очень удобно. На этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. Всем пока.